Всем привет! Съемка для канала «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Канал обо всем. Сегодня вашему вниманию я покажу шикарный объектив. И-11. Инстар-11. Здесь мы по символам, значкам и надписи можем понять, что производилась она на государственном оптико-механическом заводе. Относительное отверстие 1,9. Фокусное расстояние 30 сантиметров. Год изготовления по номеру мы можем определить. 1956 год. Этот объектив использовался для репродукционной съемки. Диафрагма рабочая. Мы видим. Отверстие открыли. Отверстие закрыли. Байонет. Посадочное место 53 миллиметра. Намереваюсь его использовать на фоторужье. Есть у нас кустарное производство. Фотоснайпер, фоторужье. Я примерял к нему несколько объективов, потому что посадочные места уже определены. Почти они подходят. Нам только доделать надо будет. А чтобы доделать, не все подошло. Вот этот объектив подошел. Вот такая красота у нас будет. Ну, вот такой объектив. Кто знает, скажите, что это такое. Ну, это не диафрагма. Я его туда-сюда вожу, а нифига ничего не происходит. А диафрагма, вот она, вот кольцо диафрагмы. А здесь реагирует, реакция есть. Еще раз напомню, что съемка велась для канала «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Канал обо всем. Подписывайтесь на этот канал. Будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких. Не болейте. И до новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Всем пока-пока.